Ребята, мы в Таиланде. Вообще вкусно, все вкусно. Ребят, недалеко отъехали от гостиницы, и тут сразу же какой-то рынок ночной. Вот мы припарковали свой мотоцикл, сейчас пойдем посмотрим, что это такое. Поснимаем. Уличная, да, он, смотри. Тараканы, да, смотри, личинки, да? Запах такой вообще вонючий. Воняет вообще ужасно. Столько народу здесь, вообще всякие вон растения продают там. Для любителей всяких там личинки, там шелкопряды, там кузнечики можно попробовать. Запах там вообще ужасный. Она их тут же жарит, лишь сковородки. Ну, масло. Тайцы берут, да, по сути? Тайцы кушают. На банановых листьях лапша. В тазике голова барана, кости, всякая трава. И вот он продает какую-то вот баночки какие-то продают. Кажется, супы. Нифига мы попали в рай супов, Кать. Будем пробовать суп. Определились мы с кафешкой. Мы решили попробовать чисто тайскую национальную кухню. О, выдали где-то прям. О, окей. Мы подходили к этому кафе, увидели людей, которые сидят за столом, и у них очень много-много тарелок. Как выяснилось, это дополнение к еде. То есть вот такая вот, представляете, смотрите, какое изобилие. Огурцы, вот это непонятно, ну, капуста, крючки фасоли, рыба какая-то сушеная, здесь ростки сои, а вот они, ростки сои, здесь непонятно, будем здесь пробовать. Здесь все перемешано получается, вот это вообще непонятно, что. Зеленый баклажанчик, этот перец. Квашеная капуста. Ну, короче, выглядит так все аппетитно и пахнет так все клево. Я, короче, взял свинину отдельно. И к этой лапше кладется вот эта заправка. Заправка рисовая стоит. Рисовая лапша с курицей, с карри. Да. Яйцо идет еще в порцию входит. У меня рисовая лапша, яйцо также и добавка краб карри. Пробуй. Давайте попробуем. Блюдо холодное. Да. У тебя тоже? Да. Чуть теплое. У меня прям холодное. У тебя краб, да? Да, но краба не чувствуется, чувствуется только карри. Очень остро. Она сказала, это не очень остро, но средней острости. А вот то, говорит, очень остро. Мы не стали брать очень остро. Короче, я уже попробовал курица. Ну, карри прям вообще клево. Я люблю карри, как выяснилось. Это курица, пробуем. Интересно, яйцо у них соленое. Обожаю. Чуть остренько. Нет, простое вареное яйцо. Блин. Остренько. Это, ребята, свинина. Я уже попробовал ее. Такое ощущение, что как будто бы я в Китае. Как в Китае. Такую же в Китае тоже уже ел. Вкусно? Да, местные, я так понимаю, вообще все это добавляют. Я пробую вот эту оранжевую штучку. Сейчас скажу, что это. Что это похоже? Я не знаю. Морковь. Ну, вкусно, нет? Да, как капусточка. Все, ребята, мы наелись. Мы заказали 3 блюда, получается. Каждое блюдо по 50 бат. 150 бат все обошлось нам, еда. Вот так проходим мимо этого прилавочка. И такое ощущение, что я в Китае. Выглядит, конечно, аппетитно. Чипсы какой-то с каким-то кремом. Как это пахнет, ребята. Вообще карри вкусно пахнет вообще. 40 бат. Ага, окей. Какие красивые. Да, прикольно. Музыку они любят, да? Я так понимаю. Там музыка заднее сиденье полностью занимает. Вот такие сосисочки. Одна штучка стоит 1 бат. В общем, я заказала 40 штучек. 40 бат.
Это огурец, да? В блюдо входит огурчик. Еще какая-то травка. Перчик. Колбаса здесь, мне кажется, вкусная. Мы уже колбасу пробовали тайскую, которая в магазине продается. Это по запаху прям вообще похоже на колбасу. Вон, смотри, покажи. Ну, они ее обжаривают. Она, мне кажется, уже готова, поэтому ее просто обжарить маленечко дымком. И все. Вкусно. Как на вкус? На вкус, ты знаешь, на колбасу не похоже. Как на колбасу не похоже? Это колбаса. Ну-ка, покажи. Не, ну... Какой-то небольшой мясной вкус присутствует, но в основном какой-то крахмальный вкус. Нас опять обманули. Ну, это вкусно. Дымком отдает. На, пробуй. Скажи сама. Вкусно. На камеру. Ну, это вкусно. Но... На что это похоже, непонятно. На рисовые фрикадельки. Да, такое. С мясом. Мало-мало мяса. И огурчик. Его бы посолить. Похоже, знаешь, на что? На огурчик. Удивительно. Колбаски из свинины. Да, свинина. Обещана свинина. Вот так они висят тут. Эти колбасоньки. Одна штучка стоит 20 батов. Мы возьмем две штучки. В общем, он ее вот так берет, аккуратненько нарезает. Ну, выглядит аппетитненько. Ну, короче, он добавляет, я понимаю, имбирь, да, перец и капусту, да? Это он тебе отдельно положит, так же, как вот здесь. Я не хочу что-то, ничего. Просто возьми сосиски и все. This? No need this. Okay. Only this. Only. Just this. Okay. Пробуем сосисочку. Это вкусно. Так безумно вкусно. Да. Вкуснее, чем эти шарики? Да. Да, и мне. Прям вкусно-вкусно. Прям мясо, свинина и прям... Чем-то сильно-сильно приправлены. Отдаленно, знаешь, что-нибудь том-ям, вот такой вот, похоже. На кислый-кислый такой вкус. Очень кисленькие такие. Вот прям вообще, обожаю. Да. Там карри. Карри, имбирь, что-то всего прям намешано. Это вкусно. Блин, ребята, мы в Таиланде. Вообще вкусно, все вкусно. Колбаса вкусная. Еда, все, вообще все вкусное, мне нравится. Пиво вкусное. В общем, вот это место называется Wat Cha Long. Ночной рынок. На Wat Cha Long. It's very delicious. Он берет, в общем, связку вот этих сосисок. Да, да. И в масле ее. И в масле жарит. Я думал, на дымке он ее делает.